После напряженных будней – торжество. Комбайнеры и водители, доярки и зоотехники – работники перерабатывающей промышленности. Поводом для этой встречи стал их профессиональный праздник, на котором также были подведены итоги сельскохозяйственного года. А он, как обычно, оказался очередным испытанием. Очень тяжелые, очень сложные, сложные погодные условия. Сначала засуха, потом дожди. Был страх недополучить урожай. Дожди пошли, температурный режим сложился достаточно благотворно. Урожай стал большой, убрать очень сложно. Поэтому, как всегда, каждый килограмм зерна, каждый килограмм картофеля нам дался большим трудом. А по труду и награда. В очередной раз Городецкий район отмечен почетным знаком губернатора Нижегородской области за достижения в развитии АПК. У городецких аграриев второе место в регионе по воловому сбору картофеля и первое по сбору зерновых в северной зоне. Из года в год район показывает стабильную динамику развития отрасли. Это очень отрадно. Причем развивается не только какое-то одно направление деятельности в области сельского хозяйства, но развивается множество направлений. У вас развито картофелеводство, растениеводство развивается, зерноводство, мясное скотоводство. Очень здорово показывает себя перерабатывающая промышленность. Это очень отрадно наблюдать. На празднике селян лучшие работники отрасли были отмечены наградами федерального, регионального и районного уровней. За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса высокое звание почетный работник АПК России присвоено работнику колхоза «Красный маяк» Николаю Корзанову. Я работаю в колхозе «Красный маяк» после увольнения из Советской армии в мае 1977 года. И вот с тех пор, не переходя никуда, я работаю в колхозе «Красный маяк» водителем. Меня принимал еще председатель колхоза бывший Иван Порфирьевич Железов. Ну и я больше не изменяю колхозу. Как говорится, работаю честно, стараюсь выполнять все свои обязанности, которые меня, ну, как говорится, накладывают. Традиционно здесь же были подведены и итоги районного конкурса среди сельскохозяйственных предприятий. Победители в различных номинациях за производство картофеля, зерна, овощей, молока удостоены дипломов, благодарственных писем и денежных премий. Среди награжденных сельхозпредприятия «Аксентис», «Белоречье», «Шихово», «Узольские ключи». Главная награда, переходящий стандарт Городецкого района за комплексное развитие хозяйства, вручена колхозу имени Куйбышева. Этот знак отличия он получает четвертый год подряд. Среди достижений года у куйбышевцев не только рекордные урожаи, но и громкие победы в престижных конкурсах. Мы очень успешно выступили на Агрофесте в Нижнем Новгороде, где наши две коровушки заняли призовые места. Затем на областном конкурсе доярок заняли первое место наша доярка. Потом третье место заняла по России наша та же доярка, наша Башкирии проводилось это соревнование. Ну и венчало все это «Золотая осень, Москва», где наши коровушки тоже получили золотую медаль. В этот день в адрес тружников села со сцены звучало много поздравлений. Было вручено много подарков, а яркие выступления солистов и творческих коллективов учреждений культуры добавили хорошего настроения в теплую атмосферу праздника.